Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы. Желаем вам всем всего наилучшего. Мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер команды «Строгино» Сергей Равкатович Загидуллин. Сергей Равкатович, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. С самых первых минут и до конца нам пришлось обороняться. Много фланговых атак, много атак по центру, много было верховой борьбы в нашей штрафной площади. Вот. Но судя по конечному результату, нам удалось справиться с атаками соперника. Что касается у чужих ворот, то у нас был один единственный момент, вот, который к нашему, к сожалению, мы не смогли реализовать. Вот так вот, на наше мнение, складывался матч. Вопрос, коллеги. Результат вас устроил, за что вы сейчас борьбу ведете? Вполне, у нас свои задачи, но результат в каждой игре никто не отменял, но сегодняшний результат устроил, конечно. Еще вопросы? Присутствие у нас. Удачи. Желаем посмелее быть. Спасибо. В следующий раз.